По ухабам на скорости близ села Арское прошли 46-е соревнования по автокроссу. География участников оказалась обширной. Покорять Симбирские холмы приехали спортсмены из Перми, Рязани, Москвы и Татарстана. Разумеется, наши земляки события не пропустили. Перед стартом состоялась церемония открытия с участием губернатора Сергея Морозова. Дорогие друзья, хочу искренне поздравить вас сегодня с замечательным событием, которое, несомненно, всех нас делает не только счастливыми, но и гордыми за город Ульяновск, за Ульяновский автомобильный завод. Акцент на автозаводе поставлен не случайно. Почти все участники гоняли на наших УАЗах. Укрепленные рамами, усиленные и мощные, спортсмены и их команды основательно поработали над автомобилями. Ведь нашу трассу кое-как и на чем попало не проедешь. Арская самый сложный в России считается трасса. Ездил я как механик с нашей командой по России, поездил. Сложная. Много поворотов, прямые хорошие, скоростные. Посмотрим. 18 участников состязались в минувшие выходные. Сегодня появились вести о победителях автокросса. Третье место занял ульяновец Эдуард Горбунов. Второе досталось Руслану Садриханову из Перми. На первой ступени пьедестала оказался Петр Дрофичев из Рязани. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ.